Итак, это Ghost Runner демоверсия. Первая, которую мы скачали, да? На DirectX 12. Все красиво. Играть будем. Очень громко, я знаю, я все исправлю. Все исправлю. Честно, попозже. Что это идут? Ага. Все залагало нахер. Так, подождите. Микшер на 50. Звук здесь. На единицу звук здесь. Короче, играть буду на клавомыше. Игра из разряда один удар, одна смерть, если что. Очень тихо получилось, да, теперь? Она очень быстрая. Мы будем постоянно бегать, постоянно двигаться. Будет нон-стоп паркур. И мы должны будем постоянно держать в уме то, что одно попадание по нам, и мы умерли. И одно попадание по противнику, и он умер. Здесь даже есть русский. Да, да. Здесь даже есть русский язык. Finally FX. Что это? Я не знаю. DLSS, Performance, Quality, Epic High, Brightness. Чуть-чуть стабильно делаю больше. Framerate Unlimited, но там смысла нету. Filter TX on. Apply. Погнали. New game. О, да. Это хайповая игра получается? О, получается, да, хайповая. Сейчас столько кайфовых. Кайфовых, хайповых игр понакачал. Обалдеешь. You're alive. Классный русский язык, чекай. Can you hear me? Ты жив. They're слышишь меня? Looking for you. Они все ищут тебя. Лагает. Ха. Релакс. Он лагает. Расслабься. Слышь, я не могу расслабиться. Какой нахер английский? Русский я сказал. Применить. А чё лагаешь? А вот что вот, чё вот это такое? Я не знаю. Ладно, давай восстановим по умолчанию и включим просто RTX. Что такое DLSS? Это масштабирование крутое, я помню. Высокое, высокое, очень высокое. Качество постобработки высокое. Применить настройки. Назад. Ты издеваешься, ты становишься резко такой громкой? Оно лагает из RTX. Все, чат, 3090 нужно. Да, оно реально лагает из RTX. Сука, разницы нету. Тупо разницы нету. Ну-ка, вот смотри. Вот типа без RTX. Вот с RTX. Разница в том, что здесь 20 FPS, а там 60. Как обычно. Короче, 3090 видюха нужна. Все, 11 гигов на борту уже не справляются с RTX. Погнали. А что, шифтом нельзя ускоряться, да? О май гаш. Так. The uprising is finished. Keymaster has won. A trespasser spotted at Metro Station.
This is bad. You have to fight your way out of here. The air ducts lead to another sector. Блин, это балдежная тема. Your software is a mess. I've rebooted your acceleration module. You should be able to squeeze through that turbine. Да подождите! Вот, все, получилось. Ты можешь использовать ускорение в воздухе? Окей. Это прям такой блинк вперед. И тут все в таком движении бешеном. Понеслась. Теперь осторожней. Initiating the sensory boost. Focus. Dodge, sustain, and go for the kill. Well done. But you won't last long in this state. You have to get me out of prison so I can get your software in order. I'm being held outside this dome zone. Нормас. Слушай, хочется всякие секреты искать. Вот этот код опять активировать теперь хочется. Может кто-нибудь активировать этот код? Может вы наткнетесь на какое-то призрачное порево, не знаю. Здесь вообще, наверное, не имеет смысла секреты искать. Хотя, ну вот смотри, вон он проход. И вот он проход. Че, и ты стреляешь, и ты стреляешь. Ну давай. Понял. Сука. Блин, сложно. Так, подожди. Я прыгаю вниз. Делаем рывок. Убиваем этого. И умираем сами, ладно. Их тут трое. Их тут трое. Есть, минус три. First try. Следуй по трубам. По каким? Вижу. Минус эдж в киберпанке. Фактически. Плюс этот, как его? Как игра-то называется? Где в VR еще можно играть, все такое в лоу-полигоне. Можно пульки брать там, резать. Да, я именно поэтому не пишу. А не пишу обзоры в Steam, потому что они были бы примерно такими же. Пульки можно резать. Опасно. Бля, на русском прям написали. It's only a matter of time before they breach the doors to my cell. Find me before they get inside. Ну я так хотел красиво, чтобы было. О, в этот раз получилось. Each guard has a built-in lockdown chip. Disabling them will unlock the doors. A trespasser spotted in the area. That's sucka. Не, это очень сильно затягивает. Прикольно, туда наверняка можно попасть. Сейчас попробуем. Да, можно. Можно, но он тебя убивает. Но это прикольно, что есть такая возможность. Сейчас получится. Сейчас без экспериментов. Хрёсь. Хрёсь. Сука, перепрыгнул. А жизни у меня сколько я хочу, или чё, или как? Здоров! Обмануто.
сука. И тут тоже обмануто, только у меня уже. Не, не получается же так, на какого же черта, ну? Поставьте категорию, да, реально, Games plus Demos, я его правильно говорю, и название просто в названии пишите. Вот, нужно название, типа, знаете, это как он... Сука. А, нужно название. Смотрим игры с фестиваля. Steam фестиваля. И просто название игры. Сука, одно попадание, ты друг, какая же жесть. Может попробовать уже другой проход? Я убил их всех и спрыгнул нахер вниз. Давай прямо пойдем. Иди сюда, сука. Этот не пройти. Оп, оп. Я понял. Не, мне справа сподручнее. Давай, first try, смотри. Торт. Какой нахер торт? Понял, поздно нажал. Просто уворачиваться через Ctrl тоже можно. В принципе, нужно. Бля! Это какая-то хардкорная дичь. Но зато пока я умираю тут, скачаются все остальные демки, да? Ищем плюсы, господа. А что ты материшься? Материться что-то? Ни хрена себе, я аж туда запрыгнул. Блокировка снята. Я этого не ожидал, но у меня получилось. Смотри, я прыгнул отсюда и пробежался по этому постеру. What the fuck? Блокировки снять есть. Окей. Я очень хочу, ну, релизную версию этой игры. Очень. Освободить шепоты из камеры. Тюремная башня впереди. Вот это что ли? Ну как тебе сказать, боюсь, не боюсь. Давай посмотрим, вот здесь много источников света, как оно выглядит с RTX. Во-первых. Во-вторых. Ну хз, кстати, без записи, наверное, и стрима оно бы и не лагало мне. Или лагало бы. В принципе, типа, этот FPS играбелен. Можно с FPS с RTX немножко посидеть. Добраться до точки зацепки. А, нормас. Еще такой элемент. Вот, но именно визуально просто ничего не чувствуется. Ну вот вообще не чувствуется. Так что... Thank you.
Professor. I can't talk. It's locked. Блин, кайф. Сука. Ладно, я пойду через право. Или не пойду через право, как знать. Не, я не пойду через право. А я не пойду через лево. Док! Другие попадают, пока я туда прыгаю и не... Понял? Да блин, в плечо попал. Рано слишком нажимаю ворот. Ништяк. Take care of the guards first. Prisoner termination protocol initiated. Prisoner termination protocol initiated. Окей, ты теперь мне будешь мозг мотать вот этой фразой, да? Понял. Еще раз. Так, вот еще одно место хорошее для RTX, по идее. Смотрим. Ну, он как-то, ну, реально, он вообще не чувствуется. Ну, то есть, вообще здесь. А FPS зарает, да и боже, капздец. Метро не зря, это в метро чувствуется. Это как неправильно все сделали здесь. Разработчики. Заключенный освобожден. Окей. Сидит тут этот Димочка 30-летний и такой: разработчики все неправильно сделали. Он... Вот я-то знаю как, а вот они. Pleasure to meet you. Face to face, that is. Now, let's take a look inside. This may feel a little strange. Возможно, ты почувствуешь себя немножко странно. Welcome to Cybervoid. Добро пожаловать в кибербездну. Пора тебя починить. Здесь ты можешь разговаривать. Чё это я вдруг читать начал? Архитектор? Who am I? You're a ghost runner. Number 74. Ну все, я ghost runner. Я пошел. That will have to do for now. Your physical body is vulnerable. Time runs slower here. But we should still hurry. Just keep moving. I will take care of your recalibration. Себя просто двигался. А рывка не рывок не работает здесь. You've been cast down from Dharma City to the base district. It's a miracle to survive a fall like that, even for someone like you, a ghost. Yes, you were bodyguards, peacekeepers, arbitrators, and anything else we needed you to be.
You tried to stop the coup. There was a woman. The name is Mara, or the Keymaster, as she calls herself now. 20 years ago, she stood against me. It was you I was trying to save. You failed. I died. My body did anyway. Thanks to the precautions I had taken, I'm still here. Although this form has its limitations. Are you an AI? You could say that. You could also say Dharma Tower is a skyscraper. Technically correct. What is the tower then? Humanity's home. A megastructure that once housed a million. It had been under my care since its creation. Almost a century ago. I served the people, kept them safe, maintained the shelter I provided. But Mara had her own plan. She became the sole ruler of Dharma Tower, ruining what I've built, bringing us back to the verge of extinction. Ah! Думал, успею. Why can't this place be normal? Oh, it's perfectly normal. It's you that has become incompatible. The incompetent repairs you were subjected to made you divergent. Такие все уровни вот эти. You no longer function like a ghost runner is supposed to. But we'll change that. Who repaired me? That would be the climbers. A group of rebels that tried to oppose Mara. Where are they? Dead, I'm afraid. They'd been killed before I managed to contact you. But there's no time to worry about them now. We're almost done here. Press on. Блин, норм. Он еще ускоряется, когда идет скольжение. She managed to win. I was stabbed in the back. We both were, you and I. Who was she? Was? A dear friend. A trusted partner. Brilliant scientist. Who is she now, is the question you should be asking. And you wouldn't like the answer. No one among the people of Dharma Tower would. I need more answers. And you will get them. For now, trust me. The Keymaster is your enemy and a tyrant. What do you want me to do? Kill Mara, of course. To be able to do that, you'll have to relearn a few things and tweak your performance. But first, jump. We need to get back. Сначала, говорит, прыгай, нам надо вернуться назад, и я что-то так сразу же и сиганул. Давай продолжаем. Эти уровни мне не нравятся. А, все? Понятно. Все, да. Спасибо за участие. Задание завершено за 17 минут. Поделитесь своим рекордом. Да уж. Оставьте предварительный заказ на Ghost Runner. Получите скидку 20%. Две эксклюзивные киберкатаны. Две эксклюзивные киберкотлеты бы дали мне. Ой, котлету захотел что-то. Ев, нам надо купить фарш из индейки. Метро доставлять начало до нашего дома. Это просто балдеж. Надо купить фарш из индейки. Я сделаю котлетки. Ghost Runner. Такая вот игрушка. Доступна с 27 октября, то есть релиз 27 октября. Кто хочет поиграть, тот поиграет. Демка доступна прямо сейчас, если что. Прямо сейчас в Steam. YouTube. Да, фак круче.